Здравствуйте, вы смотрите «Обратную связь», проект канала ОРТ, который позволяет вам, зрителям и нам, журналистам, получить ответы на самые острые, важные и сложные вопросы. Сегодня говорим о вакцинации от коронавируса. Вместе с экспертами обсудим, что нам колят, какими темпами идет кампания, расскажем, как и где можно сделать прививку. И, наверное, главное, поговорим с теми людьми, кто буквально на себе испытал действие вакцины. Вы тоже можете стать участниками нашего обсуждения. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. Чтобы задать вопрос, позвоните по номеру 8 800 257 01. Также очень хочется узнать, как вообще, насколько оренбуржцы готовы привиться от коронавируса. Поэтому сейчас мы запускаем опрос, который будет идти на протяжении всего нашего эфира. Вопрос сегодня звучит следующим образом. Собираетесь ли вы сделать прививку от коронавируса? Вариант ответа номер первый – да, уже сделал. Вариант ответа номер второй – хотел бы, но не знаю как. То есть куда идти, куда звонить, да, то есть что сделать. Вариант ответа номер три – хочу, но боюсь побочных эффектов. И вариант ответа номер четыре – нет, не собираюсь. Для того, чтобы отдать голос, звоните по номеру 8 800 257 02. Я напомню, звонки на оба номера бесплатные. Ну а мы начинаем прямо сейчас в нашей студии. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Оренбургской области Ирина Александровна. Алешина. Ирина Александровна, спасибо вам большое, что нашли время, пришли сегодня к нам, ну и, в общем, согласились такую необъятную тему попытаться объять. Добрый вечер, Елена. Если вот проанонсировать, а дать такую очень короткую затравку. Вот прививочная кампания, которая проходит у нас сейчас, насколько она сложная для медиков, для Минздрава, для тех людей, кто все это делает? Ну, нужно, наверное, сказать, что прививочная кампания очень важная. Она носит массовый характер. Да, есть сложности, но мы ждем от этого результаты. И мы видим эти результаты. Нужно сказать, что с сентября этого 2020 года началась поставка к нам вакцины. Сейчас ее порядка более 54 тысяч, если быть точнее, 54 682. Мы каждую дозу считаем, да, для нас это очень важно, потому что чтобы каждый человек имел и получил свое право вакцинироваться и защититься от коронавирусной инфекции. Какие сложности? Ну, это сложно, в общем, да, если это, совсем коротко. Да, это сложно в каком плане, потому что это вот единственная вакцина пока, вот, которая имеется на рынке, она, условия ее хранения и транспортировки особенные. Очень особенные. Я предлагаю об этом поговорить чуть-чуть попозже, а сейчас посмотреть короткое видео, где, в общем, очень наглядные цифры. Я думаю, что для понимания общей картины это будет достаточно полезно. Давайте посмотрим. Вот у нас были цифры на вчерашний день. Я знаю, что вы уже успели принести с собой новые цифры. И они значительно больше тех, которые мы сейчас видели в ролике.
Да, цифры, вот на сегодня уже привито более 43 тысяч. То есть по 3 тысячи за день в среднем наращиваем. 3,5, где-то в районе 3200 мы наращиваем темпы вот такой вакцинации ежедневно. Вот эксперты, ну и в общем в видео мы заметили, что в первую очередь прививаются медработники. Да, я знаю, что да, даже министр здравоохранения Оренбургской области одна из первых вообще сделала вакцину еще на этапе испытаний. Да? Насколько Минздрав, медработники хотят это делать, и многие ли вот стремятся? Вы знаете, медики – это те люди, которые всегда первыми встречаются с проблемами. С проблемами и видят вот то горе и те, ну, как сказать, такое тяжелое состояние пациентов, которых они лечат. И поэтому те медики, которые не переболели, и они с удовольствием идут, и с большим удовольствием, потому что, чтобы остаться в строю, работать и оказывать помощь пациентам. Причем мы, когда первая поставка пришла, была 42 дозы. Это была мизерная поставка, и, естественно, мы прививали исключительно наших коллег из ковид-госпиталей. Те, кто находился в так называемой красной зоне. В красной зоне мы пытались защитить, и часть была привита медицинских работников из первичного звена, это поликлиники. Это те коллеги наши, медицинские врачи, медицинские сестры, фельдшера, которые выходили больным с подозрением на коронавирусную инфекцию. Вот очень много сейчас и в социальных сетях и вообще, ну, то есть в общественном транспорте, в магазинах где-то, на кухнях обсуждается, как люди переносят эту вакцину, легко ли, сложно ли, доверяют или нет. Вот на связи с нами сейчас буквально, да, мы уже видим, Игорь Рудольфович Векер, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи областной больницы номер 2, руководитель областного перинатального центра. Игорь Рудольфович, добрый вечер. Я знаю, что вы один из тех медиков, кто сделал вакцину от, собственно, ковида. Как это было? Как вы себя чувствовали? Вспомните, пожалуйста, личные ощущения. То есть, что было после прививки? Добрый вечер. Да, я действительно сделал прививку, и меня к этому сподвигли мои коллеги, и та ситуация, свидетелями которой мы становились, когда разыгрывалась эпидемия. После первой прививки ощущений вообще никаких не было. Обычный ритм жизни. После второй прививки было легкое недомогание, но это, в общем-то, не мешало вести обычный образ жизни и не снижало работоспособность. То есть не было там ни сильного жара, ни каких-то болей страшных? То есть... Нет. Каких-то таких серьезных побочных реакций не было. Если не секрет, когда вы вакцинировались? Я вакцинировался в ноябре. В ноябре месяце. То есть, ну вот уже фактически 3 месяца, получается, вы работаете в строю. Да. Вот когда мы готовились к эфиру, и мы очень просили вас поделиться вашим опытом, вашими ощущениями, да, вы настаивали на том, что вам хочется не только говорить о себе, но и о тех женщинах, которых вы сопровождаете в, так скажем, родах во время беременности. Я так понимаю, желание никуда не делось. Да, желание не делось. Дело в том, что в рамках своей специальности мне бы хотелось акцентировать на этом внимание, потому что, к сожалению, мы столкнулись с тем, что многие женщины в период беременности заболели коронавирусной инфекцией. И мы видели на своей практике серьезные осложнения, когда роды происходили раньше времени, когда рождались недоношенные детишки, когда мамы вынуждены были получать
большое количество лекарственных препаратов, потому что у них была выраженная дыхательная недостаточность. И, конечно, это все очень тревожно, тем более, что сейчас появилась уже информация достоверная, это мировая статистика, о том, что у беременных коронавирусная инфекция протекает тяжелее, чем у обычных людей. И в период беременности это группа особого риска. Поэтому сейчас перспективным представляется практика, перспективная практика, когда семьям, планирующим беременность, нужно подумать хорошо о вакцинации до того, как будущая мама вступила в период беременности. Особенно тем, кто планирует процедуру ЭКО, да и вообще всем, кто планирует наступление беременности. Спасибо вам, что вышли на связь, поделились опытом. Я думаю, многие женщины услышат этот совет, и я надеюсь, все-таки примут решение сделать прививку. Спасибо вам большое. Вопрос как раз по поводу женщин беременных и небеременных. Очень часто можно услышать, я думаю, сейчас у многих возникла мысль, сколько стоит прививка? Или прививка нисколько не стоит? Или как? Прививается пациент бесплатно, потому что это бесплатно, это все поставляет федерация, и поэтому бесплатно. Для гражданина это бесплатно. То есть фактически нужно просто поднять руку и начать действовать. Да. Как именно действовать, я думаю, мы покажем прямо сейчас. У нас есть еще одна такая очень короткая видеоинструкция, куда бежать, куда податься, чтобы, в общем, уколоться и забыться. Давайте посмотрим. Как сделать прививку? Позвонить по телефону 122. Позвонить в регистратуру своей поликлиники. Зайти на сайт госуслуги.ру. Оставить заявку. Что произойдет потом? Вам придет приглашение на вакцинацию. В назначенный день нужно прийти в пункт вакцинации. Перед прививкой вас направят на профилактический осмотр терапевта. В течение получаса вам сделают первый укол. Что дальше? Через 21-30 дней необходимо сделать второй укол. После второго укола формируется иммунитет. Вот схема. Она верна? Все так, все правильно? Верна. Я думаю, вот сейчас самое время как раз поговорить о том, а почему такая схема? То есть вы уже начали говорить буквально на первых секундах эфира о том, что вакцина очень необычная, да, что она новая и что она требует такого некого пиетета, да? Обязательно. В чем особенность? Особенности хранения. Она хранится при температуре минус 18 и ниже. То есть минус 20, минус 25, то есть от минус 18. И когда осуществлялась подготовка, вот мы знали, что начнется эта прививочная кампания, мы начали заранее готовиться. Закупали медицинские организации холодильное оборудование, это морозилки, которые именно содержат вот, температуру, держат минус 18 и ниже. Термоконтейнеры тоже особые. Чтобы переносить, да? Да, чтобы возможность была транспортировать вот из пункта, куда поступает у нас вакцина. У нас грузополучателем является областной аптечный склад. И областной аптечный склад сейчас организовал центрозавоз во все медицинские организации. То есть у нас очень выстроена логистика, правильно логистика выстроена. Так вот, термоконтейнеры, затем термоиндикаторы. Причем термоиндикаторы – это не просто такие термометры с таблом. Градусник. Да, нет, это автономная регистрация, то есть круглосуточная регистрация этой температуры, где показания снимаются, в любое время можно зайти, посмотреть, какая температура. Это обязательно наличие документов. Опять же, это важно
с учетом некоего человеческого фактора, да, потому что мы понимаем, что вакцину перевозят люди, передают люди, у них может быть разное количество совести, и, в общем, в дороге все бывает. Кроме того, вот приобретение вот этого материального, скажем, вот холодильного оборудования, мы прорабатывали со всеми, с руководителями, со всеми медицинскими сестрами, которые делают эту прививку, проводили инструктаж, давали мастер-классы. Она требует особого подхода, ее нельзя трясти, она размораживается в течение 30 минут, ее нужно в течение 2 часов, она может находиться в размороженном состоянии. И еще были особенности. Практически большинство, наверное, 90% вакцин, это была пятидозная. То есть в одном флаконе было 5 доз. И нужно было собрать группки такие по 5 человек, что если он одного человека нет, то есть эта группка, значит, страдает 4 человека, мы не можем привить, потому что... потому что мы вылим. А мы сейчас, она для нас очень важна, я еще раз повторюсь, нам самое главное обеспечить, гарантировать каждому человеку право его получения этой вакцины. Я предлагаю прерваться буквально на секунду. Коллеги подсказывают, что у нас есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Леночка, я с Оренбурга, Владимир. У меня такой вопросик. Я, конечно, за то, чтобы прививаться. Дело в том, что одну прививочку уже сделали, один компонент. Скоро сделают вторую. А мне потом какие-то документы дадут? Допустим, мне придется вот летом съездить в Казахстан. Я на границе какой-то документ могу предъявить, что я привитый, мне хороший, здоровый. И могу свободно пересечь границу. Ответим? Конечно, ответим. Не отключайтесь, пожалуйста. Конечно, ответим. По выполнению второго компонента ему, гражданину, будет выдан сертификат профилактической прививки. То есть так, это официальный документ, который будет приниматься везде. Да. А наш зритель еще на связи сейчас? Алло. Слышите ли вы нас? Спасибо, Леночка. Расскажите, пожалуйста, вот как вы себя чувствовали после прививки? Как будто ничего не было. Слушайте, очень здорово. Спасибо вам большое за ваш вопрос, за ваше мнение. Вернемся к обсуждению сложностей вакцины. Ведь действительно не сразу оренбуржцы понимали, а почему так, да? То есть когда они вроде бы записывались, приходили, а им говорили, ребят, не сегодня, да? Но я так понимаю, что это вот именно особенности вакцины, а не поведение медиков, правильно? Да, особенности вакцины, потому что это, во-первых, вакцина новая. И, конечно, каждый человек, прежде чем что-то сделать, он должен там 7 раз отмерить, потом уже отрезать. Было очень много вопросов. И, естественно, когда в средствах массовой информации, в каких-то там в Инстаграмах, где-то в роликах стали проходить такие моменты, что это очень опасно, что это вредит, наследственность будет страдать. Я хочу сказать, что это вот, наверное, не только я, все говорят о том, что вакцина не содержит коронавируса. Вот об этом поговорим во второй части нашего выпуска. Вынуждаем прерваться буквально на минуту. После вернемся в студию и продолжим. Не переключайтесь. Мы снова в студии обратной связи. Я напомню, сегодня в прямом эфире мы говорим о вакцинации от коронавируса. Какая вакцина, как ее вводят, как ее можно получить. В общем, обсуждаем все детали и все особенности этого процесса. В нашей студии начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Оренбургской области Ирина Александровна Алешина. Вот до перерыва мы начали говорить о том, что, в общем, оренбуржцы
ну, так скажем, с некой опаской посмотрели поначалу на эту вакцину, потому что новая, потому что сложная, потому что непонятная. И, в общем, были даже, ну как, была такая полемика, дескать, нельзя было поудобнее вакцину-то придумать, да? То есть вот такой принципиальный момент, чтобы вот все было максимально сложно. То есть или вот в этих условиях самое главное, допустим, она хоть тысячу раз неудобная, но она будет. Ну, какие неудобства? Неудобства, может быть, для врачей, для медиков, да. Но мы с этим справились. Мы отработали логистику вот, выполнения вот этой стандартной операционной процедуры, порядка вакцинации. У нас это все сейчас отработано. Мы проводили инструктажи с медицинскими сестрами, проводили инструктажи с руководителями медицинской, давали мастер-классы. Вот я еще раз, может быть, повторюсь, но... Вот сейчас я могу, допустим, рассказать схема, как это. Поступает вакцина в областной аптечный склад. Мы заранее знаем, что вот такая-то партия вакцины придет. Мы заранее готовим заявку, распределение по медицинским организациям. По всей области? По всей области. У нас исключительно по всей области. То есть это не игнорируется ни один муниципалитет. По всей области распределяется. С аптечного склада идет центрозавоз. То есть, вот, чтобы избежать этого человеческого фактора, потому что условия хранения, я еще раз говорю, очень серьезные, с областного аптечного склада идет цепочка на восток, на запад, по графику все это разводится. Город Оренбург, у нас с термоконтейнерами приезжают в медицинские организации, они привозят, к себе забирают и начинают вакцинировать. Что касается, вакцинация у нас проходит ежедневно, потому что вот сейчас мы нарастили объемы. У нас вот сначала был первый компонент, ждали вот в начале, в самом начале, в пути. А сейчас это и второй компонент, первый, второй. И уже каждая медицинская организация, она знает уже, сколько человек у него придет на второй компонент, сколько на первый. Но еще один из подготовительных моментов – это каким образом население привлечь. Каким образом? Вот мы сегодня в ролике вот видели, через номер колл-центр 122 можно записаться, в регистратуру, или портал госуслуг. Вот. Вот, как коллеги подсказывают, что на связи с нами, с нашей студией сейчас директор Оренбургского областного драматического театра имени Горького Павел Леонидович Церемпилов, который, кстати, тоже сделал прививку и вот, ну, насколько я знаю, совсем не пожалел. Павел Леонидович, добрый вечер, слышите ли вы нас? Добрый вечер, конечно, я вас слышу. Расскажите, пожалуйста, когда вы приняли решение вакцинироваться? Ну, вы знаете, когда у нас уже переболело достаточно народу в театре, вот я сразу думаю, будет, когда буду делать, я буду тоже делать эти прививки. Поэтому вот уже 20 февраля я сделал вторую, а минус 10 дней там, значит, тоже сделал первую. И нужно сказать, что абсолютно ничего такого плохого я не испытывал. После первой прививки была температура небольшая, 37,5 один день, ночь, и все. Остальное время все, и даже ничего не чувствовал. Вторая прививка была вот 20 февраля, абсолютно ничего не чувствовал, все было хорошо. Подскажите, пожалуйста, вот насколько сложно было в организационном плане попасть на вакцинацию? Или все прошло легко, без сбоев тоже? Вы знаете, абсолютно. У нас сначала подали списки в поликлинику, а потом нас по телефону пригласили по 5 человек. И мы приехали, прошли, значит, собеседование с врачами. Они нам, значит, посмотрели, какие у нас были заболевания, померили давление, температуру, все как положено. И, в общем-то, уже мы были готовы идти вакцинироваться. И абсолютно вот сразу укололи, 30 минут мы подождали реакции, какая будет. Все нормально, поехали домой на работу. Агитируете ли ваших коллег идти делать прививки тоже? Ну, вы знаете, у нас тоже побаивались люди. А сейчас практически уже
те, кто мог, многие уже сделали, больше 45 человек. Потому что некоторые проболели, они не имеют права прививаться. Вот, ну, есть у нас и беременные, есть и другие показатели, которые нельзя там. Но я так думаю, в основном уже основная масса у нас, масса уже получила вакцину. Спасибо вам большое, что нашли время, связались с нашей студией и поделились вашим опытом. Спасибо огромное. Павел Леонидович начал говорить о том, что, ну, в общем, некоторые его коллеги прививки сделать не смогли, да? Какие есть объективные противопоказания у этой вакцины? То есть кому не нужно или нельзя? Ну, вот одни из причин он назвал. Это беременность, кормящая мама нельзя. Также аллергия на гиперчувствительность к компоненту этой вакцины. Обострение хронических заболеваний или острая фаза какого-то заболевания. Также не прививаются лица, переболевшие вот, по истечении. Нам нужно будет следить за титром антител, где-то примерно в течение полугода. А также имеющие антитела, если вот гражданин делает и... Почему? Им нельзя или им незачем просто? Ну, я думаю, смысла нет, потому что у них сейчас на данный момент сохраняется иммунитет, поэтому смысла нет выполнять эту прививку. А насколько часто вообще вы сталкиваетесь с тем, что люди, ну, что... Появились мифы какие-то про эту вакцину, которые, ну, в общем, не очень соответствуют реальности. И... Ну, мы как-то живем в реальном времени, и с объективными фактами в основном работаем. А что касается мифов, мы их пытаемся развеять. Каким образом? Наши сотрудники, главные внештатные специалисты, они выступают в коллективах, если вдруг какие-то вопросы. Причем, действительно, граждане, опасаясь, они задают вот то, что у них на сердце и в голове вот есть, они, не стесняясь, задают вопросы, может быть, такие не сильно корректные, но мы отвечаем на них. Вот лучше задать и получить компетентный ответ от компетентного человека, чем пересказывать и услышать, что там говорит соседка или что-то там говорят где-то в каких-то в прессе, в желтой такой, не сильно правильной. Вот. А лучше это получить информацию от компетентных людей. Вот, наверное, самое главное, что стоит еще раз, может быть, в тысячный раз проговорить, что эксперты заявляют, что живого вируса в этой вакцине нет. И, да, то есть вакцина не может быть, как сказать, провокатором заболевания коронавируса. Я утверждаю, не только я, это все утверждают, что в данной вакцине живого вируса, и вообще вируса коронавируса нет. А он основан на... В основу было положено аденовирус, с которым мы сталкиваемся вот, в повседневной жизни, там, в сезонный период. То есть бояться этого не нужно. Отлично. У нас есть звонок. Я предлагаю поговорить с телезрителем. Добрый вечер. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лидия Павловна. У меня такой вопрос. Мы с мужем записались через... телефон обозначенный 112 на прививку от коронавируса. Нам почти по 70 лет, но нас пока еще не приглашают. Но у меня вот какой вопрос. Осенью мы прививались от гриппа и хотели привиться от пневмонии, от пневмококковой вакцину. И, ну, нас направили в аптеку покупать за свой счет, а она стоит 1800. Не получится ли так, что вот эта компания вся и осенью будут платные эти прививки? Потому что они очень дорогие. Пневмококковая 1800 рублей. Мы, пенсионеры, мы не можем так прививки оплачивать. Вы хотите узнать, не станут ли платными прививки от, собственно, коронавируса? Да. Все, да. Понятно. Спасибо большое. Сейчас, я думаю, да, Ирина Александровна ответит. Да, Лидия Павловна, спасибо вам большое за звонок этот и за вопрос. Мы гарантируем и гарантирует
правительство Российской Федерации, и Министерство здравоохранения Российской Федерации, и Министерство Оренбургской области, вакцина вошла в национальный календарь прививок. Она уже официально вошла. Все лица, подлежащие вакцинации, разделены на три группы, то есть приоритеты. Поэтому то, что вошло в национальный календарь, это будет все бесплатно за счет средств федерального бюджета. Отлично. На связи с нашей студией первый заместитель министра образования Оренбургской области Нина Алексеевна Гордеева. Я очень надеюсь, что Нина Алексеевна поделится своим личным опытом вакцинации. Когда решились, как решались? Расскажите, пожалуйста, Нина Алексеевна. Добрый вечер, Лена. Добрый вечер, Ирина Александровна. Ну, это было абсолютно сознательное решение. Я уже две вакцины, то есть два раза приняла прививку, как положено, через 21 день. Мы так на семейном совете решили. Более того, моя мама, которой 86 лет, 23 числа тоже повторную часть, вторую часть прививки. Я ее повезу к 11 часам, нам уже позвонили, тоже сделаем. Ну, то общения очень много. А людей вокруг много знакомых болели. Мы, к счастью, не болели. И поэтому, особенно после того, как Ирина Васильевна, эпидемиолог, с нами провела беседу, я имею в виду с педагогами, завтра ему, что эта вакцина действует на протяжении 2 лет, защищает и в то же время даже защищает от самых тяжелых последствий. Поэтому безапелляционно мы так дома решили. Как вы себя чувствовали после прививок? Ни у меня, ни у моей мамы никаких изменений не было. Все было как обычно. Ни температура не повышалась, ни какого-то дискомфорта не было. Дамы, а теперь поведайте нам по поводу вот этой профилактической работы, по поводу этих встреч. Вы так уже начали переглядываться, да, я вижу, а я тут сижу и не понимаю. Да, можно я вопрос задам? Нина Алексеевна, расскажите, пожалуйста, как мы с вами пытались по вашим округам, по зонам, совместно с Ириной Васильевной проводить беседы такие, ну, приватные, неприватные, но отвечали на вопросы наших коллег, да, когда мы столкнулись с тем, что преподаватели, учителя были обеспокоены тем, как и обычные люди, хотя... Единственная просьба, очень быстро, да, у нас буквально 2 минуты. Да, у нас, мы с Минздравом вот во всю пандемию очень плотно работаем, образование с Минздравом, поэтому... И так же, как Минздрав, для врачей мы 2 раза в неделю для Заврайна проводим ВКС. И вот на одной из таких ВКС для Заврайна мы пригласили Ирину Васильевну. Она отвечала на вопросы, но более бурное обсуждение, такое более, скажем, интимное, я не знаю, более такое откровенное было, когда мы попросили ее поговорить с директорами колледжей, техникумов и директорами интернатов. То есть уже более такое... И там вопросы задавали разные. К счастью, задавали даже вопрос про спиртное. На что Ирина Васильевна тоже с юмором ответила, что все хорошо в меру. Спасибо огромное вам, что стали участником нашего эфира. Спасибо большое за этот опыт и ваш рассказ. У нас буквально 2 минуты для того, чтобы подвести итоги нашего голосования. Я попрошу сейчас вывести их на экран, чтобы мы могли увидеть, как распределились голоса. Итак, по 12% участников нашего голосования хотят, но либо не знают, как это сделать, либо немного опасаются. 29% по каким-то причинам не собираются делать, то есть либо, может быть, имеют какие-то противопоказания, либо противоубеждения, я не знаю, как это формулировать, да. И 47% участников нашего опроса заявили, что уже сделали прививку. Вот вас такие цифры порадовали или будем дальше работать? Меня порадовало. 47% уже сделали. Это первое, что порадовали. И второе порадовало. Хочу, не знаю как, над этим мы будем работать. Ну, я думаю, что уже вот сегодня в нашем эфире мы показали...
В общем, все схемы. Я знаю, что всегда можно зайти на сайт Оренбургского Минздрава и найти информацию там. Или еще раз позвонить по номеру 122. Правильно да, говорю? Правильно, 122. Теперь у нас в ближайшее время это будет настольной книгой. Спасибо вам огромное, что стали наши гости и ответили на такое большое количество вопросов. И спасибо вам за вашу работу. Мне кажется, это было как-то невероятно логистически сложно. Спасибо. Спасибо большое. Вы смотрели «Обратную связь». Мы работали в прямом эфире. До встречи.